Так, это у нас центральный аппарат, конечно, батареи. Это у нас два энергетических ввода мощностью 100 кВт. Дальше у нас вот эта вся линейка, это источники бесперебойного питания. Один на 35 кВт и вот там на 45. А дальше батареи. Это две стойки оборудования стороннего. Их организации, которые находятся в этом бизнес-центре, фактически с Тэкком оказывают им услуги интернет-провайдинга. А вот самое интересное. Эти три стойки и та половинка – это хаб. Самый современный, поставка главная была сделана в 2003 году и апгрейд в 2008. Большое количество разнообразного оборудования. Сам девайс актив. Мигающие лампочки – это бегущие деньги. Скайджерское оборудование. И вот это еще. Это мониторы для контроля и непосредственного управления здесь. Вот, кстати, два ввода. Комкор и Мухомнеф. 10 и 5 мегабит, соответственно. Отсюда они уходят на М9. Соответственно, структура кабельная, которая идет наверх. А здесь, да, кстати, покажу вам биллинг. Тут биллинг. Серваки сам.